Привет! Сегодня, вот извините за телек, потому что меня мама смотрит. И сегодня вам расскажу про мою тетрадку My Little Pony. Также хочу вам сказать, что я люблю не только My Little Pony, но и Monster High. Итак, начнем. Вот так она выглядит сейчас. Вот. Она от... Вот. Какая фирма? Hardware. Вот Hardware. Вот она такая в цветочек. 48 листов, да. Итак, на самой картонке, да, у нас вот такая инструкция, как рисовать My Little Pony. Тут вот эти листочки, потому что я не хочу, чтобы там они выпадали. Да. Вот. Вот. Тут инструкция, я вам могу распечатать ее. Вот. Потом... Вот такой образец. Тут написано Fluttershy, образец и нарисованный Fluttershy. Здесь ничего нет, здесь тоже скоро буду рисовать. Здесь ничего нет, здесь две образцовые пони, то есть это вот с одной ножкой, а вот это с такой ножкой. Вот. Вот это лучше получилось. Но у меня тут немного. И вот это я сегодня завела тетрадку. Вот, и все это я сегодня нарисовала. Вот это вот. Я сама не нарисовала. Здесь мордочка. Вот. И тут я рисовала, что можно такую мордочку, а можно вот такую. Вот. Вот. Здесь они нарисованы. Вот здесь еще написано. Вот здесь. Знать, что вот так вот рисуются глазки. И тут знать, что вот такие ноги нельзя рисовать. Здесь вот крылышки и вот это. Еще тут где-то написано. Нарисуй пони с крыльями. Это мне Милена. Это тупо нужно нарисовать, потому что... Ну, она мне попросила. Да, вот так и вот так. Это пони, который вот это. Потом я буду рисовать вот такой пони. Только тут крылышки разного цвета. Последний четверть 4 класса. Он стал задумчивым на уроке. Да. Ну все, тут больше ничего нет. Сейчас я все еще раз дорисую. Да, и все, пока. Дальше они уезжали в Самару. Вот забирала сестра, делали операцию.